На строительной площадке в Горках Вторых завершены подготовительные работы. Здесь рабочие приступают к разработке котлована под новую школу на 550 мест. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с местными жителями и пообщался с представителями подрядчика. Да, вот так будет выглядеть школа с спортивным ядром большим. Мы сделаем тоже открытый стадион, как во многих современных наших школах. И можно будет пользоваться еще жителям после учебного дня, после обеда. Все по плану, парковку здесь сделаем, те места, которые пропали из-за нашего объекта, мы компенсируем, вот здесь сделаем большую парковку. На чертежах проект трехэтажного здания со спортивным ядром и стадионом. В образовательном учреждении расположатся 22 учебных кабинета, актовый зал, библиотека, столовая и медицинский блок. Важной задачей является и благоустройство территории вокруг школы. Предусмотрели этот тротуар, возможность доставки детей из северной страны, чтобы не забивать вот этот проезд. Посмотрим, может быть, здесь можно будет как-то расширить. На школьной территории предусмотрят физкультурно-спортивную и зону для отдыха, а также хозяйственный блок. Ход строительства образовательного учреждения в Горках Вторых держим на особом контроле, отметил Андрей Иванов. Новое учебное заведение планируется открыть уже в 2024 году. Екатерина Крамар, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».